Друзья, всем добрый вечер. И записываю еще одно видео по растениям на сегодня. У меня остался один черенок колумнеи линеарис. Все остальные забронированы. И вот остался под номером 4. Он уже тоже заметно подрос. Ну, остальные примерно такие же, некоторые даже покрупнее. Кто, я имею в виду, кто забронировал, потому что они растут. Они на месте не сидят, они не статичны, они меняются от недели к неделе, от месяца к месяцу. Так, ну что, вот такой черенок, 600 рублей стоимость, новые пока не скажу, когда будут готовы, пока не знаю, пока вот так, пока такие предложения. Ну все, кто заинтересовался, пожалуйста, пишите. Скоро буду отправлять уже готовые колумнии. У меня он поливался, поэтому тут следы оставляет. Скоро будут готовы новые... Фу, новые, господи, я отвлеклась. Скоро буду отправлять уже готовые колумнии. Кто бронировал, вы посмотрите, как ваши кустики забронированы, уже подросли. И потихоньку начну паковать, отправлять. Пожалуйста, имейте терпение, потому что я работаю на двух работах, еще занимаюсь растениями, еще куча у меня других дел, поэтому мне довольно-таки тяжело, честно скажу, мне тяжело, поэтому меня, пожалуйста, не торопите. Я всех помню, у меня все записаны, я веду тетрадь с учетом всех записей, всех броней, всех продаж. Поэтому не переживайте, никто не останется без растений. Как я говорю, от меня без растений еще никто не уходил. Так что все получат свои заказы. Все, друзья, всем спасибо за просмотр и до встречи на страницах моей группы. Пока-пока!